Никитина Ангелина, 1 Б-класс, школа номер 21, города Якутска. Анатолий Молчанов, Тихон, 14 октября 1941 года. Они были уже далеко от блокады, в земный тыл. Ленинградские дети, где-то там, позади, артобстрел, раскаты, вой сирен, стук зениток, прожекторном свете, надаёшь бомба убежище, подвалы затемнённых домов, неживые громады. Шёпот мам на тревожном перроне вокзала, будет всё хорошо, и бояться не надо. А потом путь по ладоге, шторм объяты, волны, словно таран, берег бас разгона. Наконец твёрдый берег, уже за блокадой, и опять пересадка, и снова вагоны. Они были уже далеко от блокады, все в погоне, и дышались, спасая вам детям. И стучали колеса, бояться не надо, бояться не надо. Мы едем, мы едем! Поезд стал от вас на станции тихо. Паровоз отцепился, поехал пить воду. Все вокруг, как во сне, было мирно идти. То вдруг крик, прощай за окна, воздух! Что случилось? Налет, выходите быстрее! Как налет, мы же далеко от фронта! Выводите детей из вагонов скорее! А фашист уже груз сыпанул с возворота! И опять свист вой, души детские рвали, словно дома, кошмарным древом круговерти. Но сейчас дети были не прочь в подвале, а совсем беззащитны, открыты до смерти. Зрело стали стеной в стороне за домами. Радость, много проваску, страх, мимо. И душевно влипал к надежде, как маме. Ведь она где-то рядом, не слышно, не зримо. А на станции снова свистит, воет, давит бомбы. Все детям все ближе, не зная пощады. Они вот-то уже в громогдянском составе. Мама, ты говорила, бояться не надо. Есть на Тихонском кладбище, старом, зеленом, место памяти павшим героям сражения. Здесь не воинская слава, склонятся знамена. Вот минута молчания, салют оружейный. А в другой стороне вспомни братские могилы, как погибшие здесь ленинградские дети. И цветы говорят, что о них не забыли, что мы помним о них даже в новом столетии. Помочь им возле них, стиснув зубы упрямо, перечтем вновь и вновь вспомнить автобилизм. И почему ты сейчас в другом сам? Мама, приезжай, забери нас отсюда, мы близко.